В Тюменской области за прошедшие сутки 198 заболевших коронавирусом, в том числе 28 детей. Выздоровели 76 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится 25 пациентов. Только вакцинация дает защиту от инфекции. У нас идет и работающее трудоспособное население, также активно идут и пенсионеры, которые у нас как бы дали задел вакцинации. Да, первые приходили, и сейчас у них уже подошли сроки на ревакцинацию. Штамм омикрон обнаружен в нескольких регионах России. Он может заразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Так считает иммунолог Владимир Болибок.